Это мне не надо, не надо, не надо. Ой-ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет. Только не то. А, фуф-фуф, хорошо, хорошо. Я уже испугался, что он мне сейчас повезет. Опять по водопаду. Ой, это что такое? Я не могу открыть дверь. У нее нет ручки. Мне понадобится ручка для двери? Серьезно? Есть масленка для двери, не хочешь? Очень ржавые. Думаю, их лучше смазать. Зашибись! Я взял предмет здесь, который я применил здесь же. Это так интересно, что я аж охреневаю, но да, игра детская. Собственно, что я еще могу в этом смысле? Я думаю, имеет смысл попытаться... Плыви! Плыви, гад! Во! Фух, я уже испугался. Я уже испугался, что что-то тут не так, но что-то явно было так. Мне нужен какой-то усилитель, так сказать, бустер для моей лодки, который позволит мне плыть против течения. Также мне нужно спасти народ из холодильника, что я не очень понимаю, как сделать. Давайте заценим холодильник, хотя бы найдем его там. Или хотя бы попробуем зайти вообще сюда, уже будет что-то. Итак, это и есть дом, в котором живет тьма. У меня такое чувство, что он уже даже не в чулане, а где-нибудь во дворе у себя находится. Это камни. Это камни? Вот это вот. Это вот камни. Это камни. Какие камни? Здесь нет почты. Прекрати. Это мне напоминает анекдот, в котором один мужик нашел клад, но у него не было ничего, чтобы как его унести. И он написал табличку на этом месте, здесь клада нет. Ушел, вернулся, а клада действительно нет, а табличка изменена на «я клад не брал». Ужас. Должно быть, это лифт, с помощью которого можно подняться в дом тьмы. И чё, всё, что ли? Эта корзина легче кабины, которая стоит на земле. Ой, как это там? Дом, который построил Джек, а это корзина, которая легче кабины, которая стоит на земле, которую принёс сюда Джек. Типа того. Супер-пижам улетел бы туда без лифта. Мне же придётся найти другой способ попасть туда. Я вообще не знаю, что туда кидать в эту корзину. Тут-то должен прилететь, что ли? Ой... Ё-масан! Сломал себе это окно, но починил его заново! Кошмар! Ой! О, камушки! Камушки! Ох! Живые! Довольно тяжелый. Сюда! Уф! Наверное, вес этого камня меньше моего. Я тоже так думаю. Вау, мощно. И сам запрыгнул, ой, черт. Ну что, лифт получилось воспользоваться? Отлично. Слава богам, что я до этой гадости додумался вообще. Ну и система, ё-моё. Эй, здесь кто-нибудь есть? Ни хрена тут никого нет. Ой, так, посмотрим. О, чёрт! Ты что есть такое? И какого чёрта такое добродушное? В кавычках. Звёзда... Угу. Было бы забавно, если бы он показал разные варианты смайликов. Что ты, черт побери, есть такое? Серьезно, что это такое? Что? Это головы или... Ё-моё. Ладно, пойдем сначала сюда. То, что доктор прописал. Это кухонный лифт. Опускаемся. Зачем? Что? Какой к черту лифт?
хотят из меня бульон сварить и некому меня освободить. Что это было, черт побери? Кухонная печь – очень важный предмет. Все приготовит она на обед. А других песен не иду. А что? Суп сварить и пирог испечь вам поможет большая печь. Суп сварить и пирог испечь вам поможет большая печь. Продукты измельчу я вмиг, фарш я сделаю из них. Из продуктов, да? Я думаю, мы все знаем, из чего делают фарш. Смертоубийственная ты тварь. Еще и ножи себе продел. В нашей встрече я очень рад. После меня из вас будет салат. Я и думаю, что за ё-моё! Режу я овощи каждый день. Ножом работать мне не лень. Если бы только овощи. Они там и курицу посадили, она еще и поет? Боже мой. Много работает кухонный нож. Что-нибудь резать ему не втерпешь. Страшная тварь, серьезно. Мелко мясо я рублю, фарш готовить я люблю. Боже мой. Продукты измельчу я вмиг, фарш я сделаю из них. А интересно, солонка с перечницей тоже поют, да? К любому блюду добавим приправу, лучшим будет оно по праву. К любому блюду добавим приправу, лучшим будет оно по праву. Вы знаете что? Я всем массово предлагаю нажраться на курице или сделать что-нибудь такое и потом включить это видео. Любой напиток пойдет мне впрок. Если бы я это увидел в жизни, я схватил бы ее двумя руками и шандарахнул бы. А пол изо всех сил, и черт побери, пускай попробую сказать хоть слово. Ладно. Постараемся себя контролировать. Мячили даже платье из шелка, в супе от них, конечно, мало толку. Я и думаю, что за отстой. В любое блюдо добавим приправу, и тьме оно придется по нраву. Да уж, я понял. Нужно избавиться от вас двоих. Для тьме ничто не придется по нраву. Отстой. Это кухонный лифт. Сюда нельзя, посторонним вход запрещен. Какого черта? Ладно, давай сначала сюда залезем. Эй, не открывай меня, не надо. Морковка для салата, мигом разбежится. Что? Открывай меня, не надо. Морковка для салата, мигом разбежится. Есть мнение, что мега-морковь мне поможет как-нибудь. Дверь не откройте, ведь я вам принес еще морковь. Что? Никогда я не сдамся врагу. Решено. Вот на
наконец-то попался оранжевый злодей. Ты положи его ко мне, я подержу открытой дверь. О нет, предводитель в плену. Ах нет, я не переживу. Какое горе быть морковью. Свободны, и мы не вернемся сюда. Ура! Ну да! Ура! Ура! Уходим навсегда! Да-да! Я почти забыл о вещи важной. Моим товарищам ты помогал отважно. Как я и обещал, ты маску получаешь. Всегда тебя я видеть рад, товарищ. Ура! Моя маска снова со мной. Я найду другие вещи и расправлюсь с тьмой. Ужас, за главный холодильник по барабану вообще. На нашей кухне в доме тьмы обеды тьме готовим мы. Зашибись. Блин, что-то есть охота. Может, хватит о еде, а? Это кухонный лифт. Да, это я понял. Что ты мне еще все еще скажешь? Прохода нет? Сюда нельзя. Посторонним вход запрещен. Это, наверное, единственная тварь, которая не поет здесь. Опускаемся. Да-да-да, отлично. А теперь я даже нажать сюда не могу. Ясно. Я очень надеюсь, что на эту кухню мне больше не надо возвращаться. А, что здесь еще есть? О, черт. О, черт. Черт. Блин. Ладно, ладно, давайте потыкаем по этой хрени. Вау. Ой, что случилось? Тусовка кончилась, блин. Может, стоит включить музыку? По-моему, из этого ничего не выйдет. Я тоже так иногда думаю. Почему вы больше не танцуете? Потому что им на тебя по барабану. Эй! Я видел, как вы танцевали. Я знаю. Так, что-то не то с этой картиной. Ладно. Пам-парарарам, парарам, пам-парам-парам. Ня! Ня! Нет! Сказал я тебе, черт тебя возьми. Я что, как-то не так выгляжу? Да, я ты урод. Я вчера расчесывался. Ты урод с голубой рожей. Ясно тебе? Блин. Ладно. Ничего нет. Почему вы перестали танцевать, когда увидели меня? Я уже говорил об этом. Ну, притворитесь, что вы меня не видели, и продолжайте танцевать. И как вы можете танцевать под эту устаревшую музыку? Ладно, сваливаю. Я больше его не вижу. И они танцуют. Однако... Мне не нужна маска, пока я не встречусь с тьмой. Окей. Maybe что-нибудь важное наверху. Что-то похоже, что нет. Мне кажется, это уже последний босс или что-то в этом духе. Привет. Привет и добро пожаловать на игру Всезнайка, в которой мы проверим твои знания. Вообще-то я хотел бы пройти. Думаю, мы можем это устроить, правда, Левый? Да, правый. Но ему придется ответить на несколько вопросов. Потому что, как ты знаешь, никто не пройдет через двери знаний, не ответив на все вопросы в игре. Всезнайка! Позвольте представить нашего первого участника. Как тебя зовут, малыш? Сэм. Итак, там, откуда он пришел, где бы это ни было, его зовут Сэм. Ему нравится прыгать с парашютом, разговаривать с духами и коллекционировать марки. Я не коллекционирую марки. Вы все это выдумали. И сегодня он играет с нами за право пройти через двери знаний. Ему будут заданы вопросы по четырем темам. Он выиграет, если правильно ответит на один вопрос каждой темы. А мы ведь знаем, что это значит. Правда, Левый? Иди сюда, Сэм, и выбери первую тему. Сегодня у нас следующие темы. Музыка, космос, фрукты и мир тьмы. Я в мире тьмы вообще не разбираюсь. Давайте космос. Я выбираю тему космос.
Итак, слушай вопрос. Сколько времени требуется на маникюр? Ой, прости, это был вопрос по косметологии. Вселенная — это... Галактики, планеты, скопление галактик, звезды. Скопление галактик. Скопление галактик. Да, это правильный ответ. Ты ответил на один вопрос. Осталось еще три. Блестящий результат. Выбери следующую тему. Я выбираю тему музыка. Итак, слушай вопрос. На каком инструменте в песне «Золушка» король играл гавот? Что? Что? Какой к черту песни «Зол»? Какой вариант выбрать? Да, я тоже не знаю. Песня «Золушка». Золушка, Золушка. Кто такая Золушка вообще? Да. Гавот. Что это вообще такое? Я рискну, скажу, что это труба. Труба. Нет. Правильный ответ – рояль. Блин! Не волнуйся, у нас еще много вопросов. Можешь сыграть с нами еще раз. Верно. Так что выбирай тему. К черту музыку. Я выбираю тему фрукты. Что ж, слушай вопрос. Из чего делают джем? Ну, вряд ли из всего этого, поэтому яблоки. Яблоки. Правильно. Два вопроса уже есть. Осталось еще два. Итак, на какой из двух вопросов ты хочешь ответить? Я выбираю тему «Мир тьмы». Итак, слушай вопрос. Каковы показания водомера, расположенного в шахте недалеко от дома тьмы? У меня нет нормального ответа, черт. Ладно, пойду в шахту. Я схожу туда позже. Ну ты же можешь пойти и посмотреть, правда? Верно. Так что выбирай тему. Я выбираю тему музыка. Что ж, слушай вопрос. Многострунный музыкальный инструмент. Это, кстати, не так сложно. Арфа. Арфа. Правильно. Да, арфа – многострунный инструмент. Тебе предоставляется право выбора. Ты готов ответить на последний вопрос? Ух. Я рискну, и если не получится, тогда сваливаю отсюда. Я выбираю тему «Мир тьмы». Итак, слушай вопрос. Каковы показания водомера? Ладно, я понял. И, блин, не то играть. Да, я понял. Да. А можно... Да, все, окей. Про водомер потом посмотрим. Сваливайте. Сваливайте отсюда. Блин, врата хреновых знаний. Ой, как ты странно забираешься по этой штуке. Думаю, тьма прячется за этой дверью. Костюмы тьмы... комната тьмы. Не входить. Да, пижама Сэм! Пижама Сэм! Блина! Шизофрения Фарева! Фарева шизофрения! Интересно, как он сюда попал? Что, носок нашел? Ну зашибись. Случайно я их нахожу. Да, давайте сходить с ума, потому что это чертова безумная хреновая игра. О! Я не могу войти туда без коробочки и фонарика. Окей, пошли не то чтобы даже искать. Я знаю, где фарозочка. Блин, нет. Коробочка. Но не знаю, где хренов фонарик. Поэтому я думаю, что имеет смысл сходить, во-первых, заценить насчет этого... Как правильно называется-то, господи? Показатель водомера в шахте. Вот это вот интересно. О, боже мой. Что за хрень? Ой, черт! Ты возвращаешься в нормальное состояние, молодец. Молодец. Да, ты у нас никак не умрешь, да. Я оценил охренительно глупую шутку, да. Все-таки. Ну и я, видимо, для него лава. Ё-моё! Собака, любишь ты эту хрень, я знаю. На тебя нет. Эй, здесь еще один носок.
где их, кто, как их вообще... А, мне нужно по паре их ставить. Почему не так? А! Это реально 10 пар носков! 10 пар! Черт! Я не смогу найти столько носков! Я пижама Сэм. Я собираюсь поймать тьму и заключить его в мою коробочку. Отлично. Меня зовут Ржавый. Правда? Не совсем. Тогда зачем вы так говорите? Прости, малыш. Просто сейчас я не в лучшей форме. Видишь ли, раньше я мог проехать по всей шахте. Вверх и вниз, по кругу, по любым рельсам. Это было замечательное время. Но потом я заржавел. Заржавели? Да, заржавел. Видишь ли, из-за ржавчины я не могу сдвинуться с места. Я вообще ничего не могу. Да, это очень плохо. Особенно плохо тогда, когда влажность воздуха повышается. Ведь от этого я ржавею еще быстрее. Ничего не знаю насчет влажности воздуха, особенно учитывая всю эту лаву, блин. Ладно, тебе поможет масло! Вот, думаю, это поможет твоим колесам. Ой, как хорошо! Ой, как здорово! Где другой парень колес? А, да! Ура! Банзай! Благодаря тебе я снова могу ездить! Как тебя зовут, малыш? Повтори, пожалуйста. Сэм. Ну, слушай, Сэм, я многим тебе обязан. Скажи мне, если захочешь проехать по шахте. Я хочу! Так, зашибись, что мне тут надо? О, носок. Эй, здесь еще один носок. У меня такой есть. Да, я уже привык к вашей убийственной шизофренической хренотени. Поэтому вы меня не испугаете. А где есть хренов водомер? А? Не, здесь ничего нет такого важного, интересного. Та-та! Только носок. Ну, как бы... Ладно, без права. О, черт, я не хочу туда ехать. Да не хотел я сюда ехать. Кто вообще переживает такие убийственные виражи? Я бы тут охренел просто, вы себе представляете? Ё-моё! За что он там держится вообще? Ну... Так, вау, опять же зашибись, все супер круто, да. Шахта. Кажется, это носок моего брата Марка. Он такой грязный. Фу, это не мой носок, это брат Марка бронил. Какая гадость. Эй, Ким, что это? Это водомер. Он показывает 507. Окей. Водомер показывает 507. Ну, окей. Это легко запомнить, да. Это не то, что в Грим Фанданго. Я имел в виду в Неверхуде, когда ездишь там по рельсам. А нужно запомнить мелодию, так что это нелегко. А это еще что, черт побери, такое? Ничего не выйдет, малыш. Дверь открывается с другой стороны. Гадство. Что это вообще за дверь? Куда она ведет? Даже не пытайся, малыш. Ты не сможешь открыть дверь с этой стороны. Ха. Что ты собираешься с этим делать? Увидите. Обращайся с этим осторожно. А вы можете сказать, как это называется? Это кирка. С ее помощью можно добывать золото. Вот как? Золото! Это же то, что мне нужно! Так, мне нужно золото. А, погодите, а кто меня за... А, меня этот идиотский мост без золота пускать не хочет. Эта дверь открывается с другой стороны. Отсюда ты не сможешь открыть ее. Ладно, поехали дальше. Золото? Золото.
Значит, золото, блин. То, что доктор мне прописывал, а мне бы его бы взять бы. Ай-яй-яй! Ай! Было весело. Какого черта это было? Неужели мне нужно было как-то управлять процессом? Золото, говорите, да? Рискнем еще раз.